Ну что, дорогие друзья, вы наблюдаете сейчас необычную картину, которая была снята в швейцарских горах. Что вы видите? Вы видите необычное НЛО. Оно видно, что боевой корабль, и если приглядеться и увидите, что это, скорее всего, сверлщик. Сверлщик – это тот, который сверлит все вокруг, добывает какие-то ресурсы. Да, такое было, такое есть, такое и останется. Вы, наверное, видели множество роликов в разных кораблях, как они отпускают лучи или в воду, или на горной местности, или в полях. Таких НЛО, можно сказать, дорогие друзья, лучше опасаться. Они, во-первых, за добычу ресурсов. Это очень странно, но так и есть. Не нравится, не верится, тогда смотрите сами, дорогие друзья, и вы все сами поймете. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите от меня других роликов.